Здравствуйте, дамы и господа. Так, продолжаем наше копание в околокомпьютерных темах. Вот, на сегодня я хотел бы поговорить о такой вещи, как клонирование операционной системы. Очень часто бывает, что у вас был одно устройство для операционной системы, жесткий диск. Вы решили поменять на SSD, или был старый SSD, нужно копировать это на новый. И, как я обнаружил, это не всегда вполне себе тривиальная задача проделать эту операцию. И что нам дано? Вот, а дано нам следующее. Мой старый SSD, это Crucial CT240 M500 SSD, еще вполне себе здоровый, хотя ему около 5-6 лет, наверное. Вот. Но скорость чтения у него SATA 600. И, собственно, если мы посмотрим на его данные, Crystal Mark, это 535 чтения, 266 запись. Ну, в принципе, это вполне достаточно для домашней системы. Ну, всегда хочется чего-то лучшего. Вот, и на данный момент я имею еще один SSD. Это тоже старый мой SSD, но уже с другого лаптопа. Он несколько новее, но он более изношенный. Вот, а конкретно это у меня Toshiba THNSN5512 GPUK. Это NVMe SSD, который сидит на шине PCI-Express X4, то есть теоретическая пропускная способность у него до 3 гигабит в секунду, вот, но он их не выдает, он даже паспортные не выдает на данный момент, он, как вы видите, еще в живом состоянии, но уже так потрепанный. Тем не менее, я знаю, что у меня не будет никаких критических данных находиться на системе, поэтому я буду использовать именно его. Вот, в чем проблема? Этот SSD я, собственно, извлек из своего лэптопа, которым я до недавнего времени пользовался. Вот я его покупал отдельно, не с лэптопом, поэтому я в лэптоп вернул его родной SSD на 256 гигабайт, оттуда достал на 512, и, собственно, на него хочу клонировать систему уже на данном десктопе, который я собирал на базе AMD процессора Ryzen 3600. Вот, что важно, в принципе, заметить до того, когда вы копируете систему на SSD, желательно не заполнять его полностью, а еще лучше зарезервировать какой-то процент, желательно 10% под систему. То есть вот вы видите, это мой старый SSD, у меня тут зарезервировано около 10%. Это мой новый SSD, то есть он тут даже чуть меньше 10%. Для чего это делается? SSD постоянно пишет и переписывает сам себя. Для того, чтобы он не деградировал, ему всегда нужно свободное место, то есть он, чтобы он мог записать куда-то информацию, а потом ее скопировать спокойно. Также нужно место под изношенные блоки, то есть если блок больше не пишется, SSD помечает его как неиспользуемый и просто берет блоки, которые на данный момент не заполнены информацией, и меняет их местами. Но это в общем и целом. Там физика, в принципе, сложнее немножко. Так вот, у меня есть SSD, на котором на данный момент система. У меня есть новый SSD. Новый старый SSD, на который я собираюсь ее скопировать. Использовать я буду бесплатную аппликацию Macrium Reflect 7. Она поддерживает клонирование. Я не пробовал несколько других программ, но, к сожалению, бесплатных я что-то так особо и не нашел. Вот сейчас я запущу программку. Установлю ее. Это только download agent.
Интересно. Так, скачалось. Давайте установим. В принципе, все довольно неплохо бежит. Довольно быстро. Для домашнего использования. Не хочу ничего регистрировать. Давайте посмотрим, что тут с менюшкой. Столько всего веселого у нас здесь. Хорошо. Что нас интересует? Нас интересует непосредственно клонирование. Мы хотим клонировать этот диск. Он у нас главный. Как-никак. Мы его хотим клонировать на собственно, на вот этот диск. Что у нас здесь есть? У нас здесь recovery partition, но это все виндосовские. Окей. Я думаю, что не надо объяснять, как просто отформатировать жесткий диск. Я думаю, это вы знаете и так. Ну, жесткий диск или SSD, соответственно, под NTFS. Вот, ну, давайте. Я не хочу это планировать, я хочу просто это копировать. Давайте. Я не хочу. Окей, вот он нам сообщает, что вся дата будет переписана. Нас это вполне устраивает, поскольку это пустой жесткий диск. Давайте посмотрим. Все, процесс у нас начался. Вот, но пока он копирует, я на всякий случай все-таки зайду в управление дисками, если вдруг по какой-то причине. Кстати, видно, вот он уже создал разные партиции. Если вдруг вы по какой-то причине не знали, как форматировать, вы нажимаете правой кнопкой New Simple Volume и выбираете далее файловую систему. Обычно это NTFS для Windows систем. Если мы говорим про SSD или жесткие диски. Если мы говорим про карточки небольшого размера, то там могут быть FAT. FAT32, FAT16. Вот сегодня мы пока клонируем это. Вот и попробуем запуститься с нее же. То далее я буду SSD старый использовать как просто системный диск. Вот, но можно немножко поговорить, наверное, про износ. Про износ SSD. На данный момент вы видите, что износ у него 89%. В принципе, он еще вполне живой, но надо сказать, что он у меня в общей сложности проработал не более 2 лет. Вот. А износ уже довольно нехилый. Я думаю, что это основная проблема в том, что используется этот SSD. Я, во-первых, на него особо не берег, и там и торренты на него качались, что, в принципе, не очень хорошо. То есть, чем меньше обращений к жесткому диску, тем лучше. Вот если мы посмотрим про этот SSD, где базируется на памяти TLC. Да, вот оно. Вот это, в принципе, не очень... Это память, которая подвержена довольно нехилому износу.
Вот теоретические скорости должны быть до 3000 мегабайт в секунду при чтении, при последовательном чтении, и при 2100 мегабайт в секунду при последовательной записи. Вот у меня получился немножко результат послабее, то есть буквально вот. Но, тем не менее, это в разы быстрее, чем при записи и чтении на обычный жесткий диск. Вот у меня есть Western Digital Scorpio, это 7200 RPM, вот 2,5 инча. Это не самый быстрый жесткий диск, но в принципе это уже не 5400 RPM. То есть он дает 120 мегабайт в секунду при чтении и 112 при записи, а это дает в 10 раз. Но здесь даже не в 10, здесь в 16 раз быстрее чтение и в 10 раз быстрее запись. Ну, в 9 раз быстрее запись. То есть такие величины на данный момент используются. Так, тем временем у нас уже закончилось клонирование. У нас заняло это 7 минут. И сейчас я прошу систему загружаться непосредственно с этого SSD. Итак, я изменил загрузочное устройство. Я поставил вместо Crucial SSD, SSD от Toshiba. Вот, оба SSD остались в системе. Вот, но на данный момент у меня диск C. Это, если мы посмотрим в Crystal Disk Info, теперь у меня диск C. Это SSD от Toshiba, 512 мегабайт. Но здесь по-прежнему продолжает отображаться 203 гигабайта. Так уже как и диск E. Диск E — это мой старый Crucial SSD, то есть получается, что они на данный момент практически идентичны. Те самые те, что размера занимает больше на этом. Но, может быть, там какие-то еще сервисные данные. Не буду в это выдаваться. Не очень интересно. Что бы я хотел сейчас еще сделать? Я бы хотел бы увеличить диск C до его нормальных размеров. То есть я могу это использовать вплоть до 512 гигабайт, но, как я говорил ранее, мы не будем это делать полностью. Я говорю Extend Volume. Это простыми кликаю, собственно, на диск C, Extend Volume, и говорю, какого размера я хочу, чтобы он был. То есть у нас на данный момент доступно 279. Сто девяносто мы добавляем. И по итогу у нас остается 39 неразмеченного пространства. Это как раз то, что нас и интересует. Вот, попробуем перезайти и посмотреть, что нам будет показывать Windows. Вот у нас 383 гигабайта свободных. Вот, а система на диске C, в принципе, я немножко на диске E, то есть бывшем C, я проверю, насколько у меня стабильно работает этот SSD. Посмотрю, поиграюсь. Вот, и, собственно, скорее всего, удалю просто данные оттуда и буду его использовать просто как системный диск. Ну, давайте еще раз пропустим скорость записи и чтения. На всякий случай, вдруг что-то изменилось. Ну, собственно, дальше мне не интересно. Результаты даже ниже, чем были у меня до этого. Причина этого мне сложно предположить. Ну, еще на данный момент система теперь на этом диске бежит. Есть какие-то фоновые процессы, которые не дают выдать большую скорость. Вот, но, собственно, это лучше, чем в любом случае старый SSD по скорости доступа. Вот. Как-то так. Все ссылки будут в описании. Вот, всего хорошего. Спасибо за то, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и берегите себя.